Вот попал я в Леруа. Посмотрим, он реабилитировался или нет. Сейчас глянем. Первое посещение мне не понравилось. Это Ростов-на-Дону. Это вот на входе. Цена такая, полка. Цены я не знаю, как сейчас. Сезон, не сезон, ну, допустим, одна штука 177 рублей. Ну, я думаю, дороговато что-то. Я вот такую, по-моему, себе брал. Ну, посмотрим дальше. Луковицы 90. Примула. Так, это что у нас? Фаленопсис микро 588. Он микро, он слово вообще микро. Азалия. Вот такая. Ну, политы. Это что у нас тут? Жасмин 755. Роза 111. Антуриум. Вот такой вот большой, красивый. Тилантия. Что-то я тут Тилантию не вижу. Это у нас вот он. С патифилом ценник не убрали просто. А вот она, Тилантия. Тилантия Нита 677 рублей. У меня такая есть. Ну, по-моему, под цветок другой. Но я ее купил за 150 рублей в Пятерке или за 100, не помню. Хризантемы. Это что у нас за создание такое? А, Гипер Аструм 555 рублей. Вот такое создание. Так. Дриезия. Уже интересно, когда смотришь у других, что за растение, непонятно, а когда сам снимаешь, блин, красоты столько. Тут шифлера, да, шифлера Герда 677 рублей.
такая вот красота. Так, вот это что у нас? Эхмея примера. Ой, извините. Вот такое прям здоровое. Замия кулькас. Это я уже знаю. Да, цена тоже такая нормальная. Фикусы. Так, 2777. Это вот такой вот сплетенный, я так понял. Хрисали до карпаса 5000. И где его найти? Какой-то где-то здесь. Ну, не знаю, как он выглядит. Может, вот это? Ага, да, вот. Вот такой здоровый. 5000. Так, это у нас что? Спатифилум. Бамбук был такой. Антуриум микс 1655. Так. Калатея кроката 1155. Это вот это что ли? Сейчас. Ну да. Тут земля. Горшки. Кашпо. Цена вот, допустим. Стеллаж. Кофе. Подиумы. Фитония микс. Вот это мне нравится вообще, как мята. Камбрия. Это, я так понимаю, вот это. Да, в этом году и перестановка у них тут, и разнообразие. А главное, макрит 1222. Ну, вид, конечно, у нее не презентабельный. Пепперомия.
Хидейра. Раукария, ну почти 500 рублей, маленькая. Монстера Манки Лиф. Шифлера по 240. Так, это что? Гипоэстес. Ну, интересная такая. Финик канарский. 1300. Такой финик. Похож на цикаса. А, вот он цикас. Вот он цикас револта 2900. Вот он. А где ж тогда финик? Микрокарпа. Что-то опять с ценами у них тут. Сантивьери. Плант микс. Тут всего-всего. Вот это что такое интересное? Пепперомия. Цены я не буду тут ковыряться, чтоб не поломать ничего. А вот цена. Опять горшки, чтобы понимать, это вот стеллажи, они по 3 метра, по-моему. И вот, вот так вот. Лапухи. Да, цена не, ну это этот. Подскажите, напишите, как вот. Забыл, как называется. Цену, ценник, ну. Ценник закрытый. Это Налина, да, по-моему? А нет, Юка. Юка прямо такого стволяка. Он так залитый, чтобы влагу не терял. Это вообще 1700 Юка. Ну, бля, тут ствол. Палка, дубинка. $3222 фикус эластика. Это, по-моему, ж не фикус. Ну да, это хриза. Хриза заликарпус какой-то. Опять у них цены. Вот он. Опять лопух. Лерата, да, это или нет? Лерата, да, вот он наш. Фикус лерата, да. Цены не знаю. Не написано. Так, это что у нас тут? Фикус эластика микс. Вот. 266.
Драцены. Драцены. Вот такие цены. Драцены, вот такие цены. Все по 285. Так, это я прошел только один ряд. Сейчас вот пойдем другой, еще такой же на три стола. Так, это у нас драцена лимон лайм 5555. Такая большая. Лишь бы памяти на телефоне хватило, на флешке. А тут что-то... Тут просто караул. О, это да. Чтобы вы представляли, моя ладонь такая не маленькая. И вот... Ну, есть чуть-чуть поломанные. Как он называется? Суккулент микс, да. Ну, как всегда, просто микс. Ну это просто караул. Отрыв башки, как говорится. Красула микс 433 рубля. Блин, это все, короче, хочу все. Как говорится, заверните. Всего и понемногу. Вот это вообще на. Есть название, интересно. Нет, тоже микс. Ну это просто шедевр. Шедевр. Это вот крипсалисы. Рипсалис, да. Сколько он? 777. Три семерки. Такой, да. Вообще класс. Эхиверия микс. Это вообще какие-то мелепуськи. Кактусы. Литопс. Блин, это вообще как бы такой не маленький. Так, сейчас он с другой стороны войдем. Сансиньерия, так вот. Black Coral. Вот она, Black Coral. Ага. Та, наверное, где-то там. Не знаю. Light Star. Вот это да. Вот это да. Вот это да. И цены. Эйфория. А это он так цвел, походу.
это маленький дисхидия, маленький кактусята. Это крашеная, или это натуральный цвет. Апельсин. Вот такой вот апельсин. Сингониум Red Heart 1111. Сингониум просто какой-то. Тоже красивый. Папоротники. Фикус. Шифлера. Такая вот. Маранта. Триколор, да? Фикус бенгальский. Такой малыш почти 1000. Цитрусы. Что у нас? Калатея. Блин, и не выговоришь. Цитрус какой-то. Какой-то цитрус. Целых два стола вот таких. Фаленопсисов. Поближе показать. Вот он, 1222. Вот еще немного фаленопсисов. Ну вот это такой вот петух, наверное, дали как. Короче, тут можно на это заблудиться, обзоры делать. Я понимаю, почему у некоторых такое длинное видео по обзорам Леруа. Просто нереально тут за 5 минут все снять. И делят его на части. Ну, я думаю, у меня тут еще впереди Ашан и Икея. Так что я думаю, мы, наверное, на Леруа закончим. То есть в Леруа закончим. Так, спасибо всем за просмотр. Всем пока. Так, ну вот мы и в Ашане. Что тут у нас? Ашан. Ну, что-то смотрю получше, чем в тот раз. Получше, ну не очень. Так, тут скидки смотрю. И имеется. Может, я под распродажу попал какую-то.
Так, это кто у нас? Фаленопсисы. Это такие. Вот это что у нас? За цветок. Бесценный. Фация. Фация. Но цены нету на него пока еще. Это, я так понимаю, то же самое. Это, наверное, репсалис такой. А, нет. Юнкус. Интересный. Как медуза эти. Голова медузы. Это, волосы медузы, горгоны. И цену не скажу, надо с другой стороны глянуть. Фикус микрокарпа. Так, налина. Я их бывает путаю. Налину от юки. Отличается вот этим вот, вот каудексом, так сказать. Колоты, я так понимаю, какая-то. Не буду лезть. Так, это аспарагус 671 рубль. Так, Калатея микс 1612. Так, тут у нас что? Антуриум Андрианум 700 рублей стоил 1000. Так, растение комнатное. Эпипремнум. Эпипремнум золотой, наверное, 485. Суккулент Дольче Амор 539. Дольче Амор. Вот такой Дольче Амор. Мур-мур. С детками за 539 рублей. Кактус микс 311. Вот такие кактусята. Так, этот Эуфорбия 414. Не политые и давно, причем легкие. Кактусы, кактусы. Это что у нас? Суккулент Дольче Амор. Этот попрезентабельней. С детками. Прям такой весь. На мур-мур. Так, кактусята у нас 183 рубля. Такие 131. Разненькие. Кактус микс. Так, вот это что у нас? Интересно. Клуизия, розовая принцесса. Листья такие прикольные. Это у нас что такое? Что это такое? Не хочу теребить, но что-то нету ценников. Ну и ладно. Торф. Эластика 514. Такой. Сингониум Эроу 504 рубля. Вот такой вот.
Вот такой вот. Так, это у нас Калатея медальон, 935 рублей. Сейчас. Красивая. Так, это у нас что такое? Сейчас глянем. Какой-то Фил Хоуп. Цены нету. Банан 560 рублей. Ни разу не держал даже в руках. Есть, ел, но. Банан, Мауса. Много драценок. 471 рубль. Так, это что у нас? Алаказия Полли. 489 рублей. 489. Вот такая Полли. Красивая. Но я пока еще не готов к ней. Ну, по-моему, все, да? Да, ну кусочек суккулентов. Маленький кусочек вообще. Прям кусочек. Ну, так вот. Горшки. Вот есть такие горшочки. Называется горшок ель, 201 рубль. Я так понял, там грунт сыпешь, семена поливаешь и вырастает. Вот кедр, ель, годжи, базилик. Цены одинаковые, грубо говоря, 200 рублей. Огурец. Что тут у нас? Руккола. Открывать я не буду. Огурец, подсолнух, вишню, ипомея, подсолнух опять, и подсолнух, и подсолнух. Первый раз такое вижу. Ну и вот такое дело для сада. Тут удобрения всякие разные, горшки. Вид сверху. Кашпо такой какой-то. Не керамика. Думал, керамика. Так что вот такое. Ну, тоже сказать, что что-то лучше стало, не сказать. Ну, опять же, это Ашан. Вот такая теплица. Вот такая. Стоит она. Размеры разные есть. Тут 4 на 3. И 4 на 2. Она армированная пленка. С окошками. Ну, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Смотрите, как придумали. Такой большой горшок, фикус. И пустили, наверное, это что, филодендрон или что там, лиану какую-то ползучую. И вот так вот в мега-центре делают фикус и вот так вот декорируют. Что, классно. А вот как выглядит без лианы этой ползучей. Ну, некрасиво же.
лопатик большой. Вот. Вот такой большой спатифилум. Спешил в Икею, а тут голяк. Блин, шел минут 20. Вообще такое разочарование. Что ж, снимать не хочется. Вообще ничего не впечатлило. Все как-то скудненько, бедненько. Как говорится, даже глазу не зацепиться не за что. Такие наборы по 1000 только, более-менее красивые. Кактусы. Лейтенанта Фикус. Ну и все. Такой ассортимент никакой по сравнению с Ашаном, то вообще ладно, пойдем, то есть поедем домой. Хорош. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.